Йоу, ребята, перед началом моего видеоролика я бы хотел проверить вашу реакцию. Успеете ли вы за 5 секунд поставить лайк на этот ролик и также подписаться на мой канал. Если вы это успеете сделать за 5 секунд, то у вас реакция все окей. Я вам желаю удачи, у вас всего 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Пишите в комментариях, кто в принципе успел, а те, кто успели, поздравляю вас с реакцией все окей. И, кстати, всем желаю приятного просмотра. Пожалуйста, досмотрите данный видеоролик от начала и до конца, ибо он получился реально очень крутой. И мы начинаем! Поехали! Устал от дорогих цен на игры в Steam? Хочешь топовых игр по дешевым ценам? Заходи на highgame.ru, ведь только у нас всего за 69 рублей можно выиграть GTA 5, FIFA 18 и многие другие популярные игры. highgame.ru. Выигрывай с нами. А с моим промокодом вы получите 20 рублей на баланс и сможете выбивать еще больше топовых игр на highgame.ru. Ссылка в описании. Алло. Алло. Здравствуйте. Да, да, да. Вашей маме зят не нужен? Хуя же он должен быть нужен. Ты кто такой, звать тебя как? Хей, йоу, друзья, с вами я, Домер, и это новый выпуск Антигрифер Шоу. Я надеюсь, что вам он понравится. И давайте, знаете, как с вами поступим? Если мы на этом ролике наберем 5000 лайков, то выйдет... новый выпуск по Антигрифер Шоу. Если вы наберете их, я не знаю, за сутки, то вас ждет небольшой сюрприз, который вы узнаете, как только наберете. Так что все в ваших руках. И, кстати, данный видеоролик я записываю на своем сервере. IP-адрес сервера в описании. Заходите, у нас с вами будет сходка. Каждый, кто зайдет, получит бесплатный донат, а также первые 5 чуваков, которые купят донат хозяина, получат подарок мою новую программку. А на этом мы, пожалуй, с вами приступим. Желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита. И дайте сейчас одну секундочку, я кое-что скажу, пожалуйста, не перематывайте. Сейчас, прямо сейчас, вот абсолютно каждый, кто добавит меня в друзья ВКонтакте и лайкнет мою последнюю фотку, попадет ко мне в друзья. Все, мы начинаем. Приятного просмотра. Надеюсь, вам моя актерская роль понравится. Вот. Я пытался. Bitch, I bet I would on the low. What's up with you, ho? Bitch, you smoking drove. Bet you know, bust like 44 when I spit that flow, cause we go. Короче, ребята, я сейчас созвонился с девочкой, которая вроде как грифер. Честно говоря, я даже сейчас сам не знаю. Сейчас мы вместе с вами как раз таки узнаем. Я сейчас выключил микрофон, сказал, что отойду там на 5 минут покакать, покушать, все дела. И так вот, весь прикол в том, что я с ней еще разговаривал вчера. Я ее прям умолял пойти в этот гребаный дискорд. И типа, он такой, ой, ну пошли, пошли. Мы с ней договорились, что, мол, вот вчера это была ночь, я такой, ты меня приютишь? Она такая, да, да, без проблем. И сейчас, типа, я не знаю, грифер она или же нет, так что делайте ваши ставки! Ссылка в описании. Домербет. Так вот, сейчас давайте включу. Алло. Алло. Ты это, как там тебя? Блин, я забыл, как тебя зовут? Кристина. А, я понял, Красти Краб. А ты меня пропишешь, да, ведь? Да, пропишу, если дашь вещи Бога. О, броня Бога, у меня тут целый комплект памперсов. Я их вчера с посудомоечной машины забрали. Так что, какой там твой никнейм, напомни, пожалуйста. Милашка 365-7. Капец, а ты реально, что ли, милая, я так понимаю? Или тебя мама мылом дома мыла? Мыло. А, понял. Мыло. Дома мыло. О, ух ты, капец. Вот это хоромы. Все, давай, прописывай. Ты что делаешь? Да нафиг ты мне тут нужен. Подожди, ты что творишь, Ты что? Спасибо. Пожалуйста, обращайся. Мой номер знаешь, да, ведь? Угу. Знаю. Так ты мне, ну, пропишешь ведь, ты там, я видел, броня забрать. Да. Ну так прописывай, я сейчас на хату обратно возвращаюсь. Ты чё, Я, конечно, все. Ты чё вообще? Я не знаю, рамсы попутал. Я сейчас превращусь в Шварценеггера, там, я не знаю, все, тебе джопа, все. Какого? Все, я сейчас позвоню своему брату Вадику, он тебя зарешает. Понятно? Не надо. Так, подожди, я тебе даю вот последний шанс. Либо ты мне сейчас вещи мои возвращаешь, либо я сейчас звоню Вадику.
Хорошо, вот я возвращаюсь. Где мои вещи? Давай. Опа, штаны, ботинки, понял. Понял, отличный шмот, да. Так, давай, вот все возвращай. Ты что-то... Да сколько можно? Сколько можно? У меня сейчас пуговица на трусах треснет. Понимаешь? Не заставляй меня нервничать. А ты не нервничай. Красти краб этот, хренов. Блин, как там тебя? А, тебя Кристин зовут, вспомнил. А я думал, тебя Красти... А, Красти... Как там, Кристина или Красти краб? Кристина, ты что, тупой? Я не, ты что, подожди. А, ты ведь мне вот четко дала понять. Вот я тебе даю, и ты мне прописывать. Чё ты мне даешь? Броню бога. Вот я тебе дал. В чем? Какие ко мне претензии? Давай ты сейчас ко мне ты поехаешься, и тогда идти и флирну. Давай, я готов. Так, как, а, да. ТПА, там, миляшик, а, вот, 30, ну, короче, 5,67, да, это, а ты, все, опа, красота, вот это, ух ты, броня, все, я понял, спасибо, все, забираю, отлично, спасибо. Так, алло. Ну, давай еще, остальные, давай, пожалуйста, на базу, будьте любезны. Алло. Тебе больше ничего не дать? Ты мне, может, шмот вернешь? Не верну. Какого хрена, я не понял. Чё ты попрошайничаешь? Что? Чё ты попрошайничаешь? Подожди, я у тебя попрошайничаю, что ли? Да. Хорошо. Что ты... Значит, а знаешь, что я могу сказать? Тебе сейчас джопа будет. Просто джопа. Я знаешь, я сейчас позвоню кому надо, он тебе сейчас вот реально вот возьмет зажигальку, там, спичку, там, я не знаю, все возьмет, короче. Вот я тебе даю последний шанс. Либо ты мне сейчас возвращаешь мои вещи, вот ты мне сказали, вот я тебе даю броню, вот ты мне еще вчера сказала, я у тебя сплясывал, ты вот глифер, не глифер, ты такой, нет, вы что? Потому что я не грифер. Так что у меня попрошайничаешь вещи бога. Я? Yeah? Не. Да. Не. Да. Не. Надоело уже, ты пыхаешься и попрошайничаешь. Ты пыхаюсь и попрошайничаю? Да. Мадам, а вы не оборзели? Нет, это ты оборзел. Хорошо. Бесишь уже. Я вас раздражаю. Да? Да. Я сейчас Вадику позвоню. Сейчас я его позову. Вадик! Иди сюда! Вадик! Сейчас, подожди. Одну минуту. По-моему, нету. Ну, может, в туалет пошел. Короче. Вот, возвращай ресурс. Давай, я жду. У тебя одна секунда. Давай. Что давай? Я тебе еще давать должен? Ты попишешься. Ты мне мои ресурсы вернешь? Верну. Правда. Да. Ну смотри, если ты мне не возвращаешь, все, тебе жопа просто, понимаешь? Это угроза? Нет, это просто тонкий намек, что тебе жопа, понимаешь? Я жалобу кину. На кого? На тебя. Что тупой? Тут кто-то еще есть. Ну да. Моя правая рука. Еще и левая. Нету. А еще пятая. Я этой рукой щеки качаю. Тупой? Я щеки качаю, когда нервничаю. Веди себя адекватней. Я щеки качаю, подожди. Веди себя адекватней. Я к тебе телепортируюсь. Сейчас, почти щеки накачал. У меня гантель упала. Так, давай. Возвращай мне шмот. Так он на тебе же. А меч, там были два комплекта брони, я помню. Вот, ботинки, да. Штаны, быстро, давай мне штаны. Ой, я тебе не то отдала, верни. Подожди, дорогая, короче. Кристина, стой, остановись. Спасибо. Какое спасибо? Пожалуйста, вообще. Все, я звоню Вадику.
Ладно, Вадику я звонить не буду, ибо понятия не имею, где мой телефон. Очень плохо. Да, ну, очень плохо. Кабака. Согласен. Очень плохо. Ты чё, дурак? Не ломай. Очень плохо. Что делаешь? Все очень плохо. Да, очень плохо. Что делаешь? Все очень плохо. Ты мне шмот вернешь мой? Алло. Верни. Алло. Я хочу вещи. Алло, ты что делаешь? Ты баран? Какой баран? Баран у меня в огороде ты растет. Что сделал? Это не я. Я ничего не делал. Я сейчас кидстарт прописал, дом строю. Ты это... Ну, я жду вещи. Ты что делаешь? Ты мне вещи вернешь? Давай, верну. Мне так мой дед тоже говорил, когда арбуз сам себе пробил. Твоего деда уже нет, небось. Верни вещи. Ты как смеешь со мной этого моего деда обижать так? Ты вообще понимаешь? Я сейчас пальцем хрустну, и твой палец сломается нахрен. Верни! Что тебе? Ты тупой? Нет. Я больной. Алло. Я из-за тебя умерла сейчас. Ты даже не знаешь, как меня зовут. Просвети. Евкак Иванович. Меня назвали в честь табуретки, которая стоит на четырех стульях. Это все потому, что ты тупой? Да что ты заладила со своим тупой, да тупой? Сама ты тупой. Как ты себя в зеркале видела? Бревно. Бревно собачье. Видела каждый день. Офигеваю от такой красоты. И что ты молчал? Да у меня это... Вещи верни. Я сейчас просто опять нервничаю, вот. Щеки качаю. Ты мне вчера что сказал? Щеки качать. Ты урод. Сам ты урод. Козёл. Сам ты козёл. Ты чё, не русский? Ты чё, не русский? Тут около спавна надпись про тебя. Тут около спавна надпись про тебя. Аутист. Сосисочка. Сам такой. Сам такой. Если не вернёшь вещи, я жалобу напишу. Если не вернёшь вещи, я жалобу напишу. С админки тоже. Не дразни. Я сейчас отключусь. Ты тупой. Я пошла жалобу писать, всё, пока. Пока. Блин, она отключилась. Короче, я понял. План Б нахрен. Ебан. Милашек, хренашек. Короче, пусть... Данная команда для меня недоступна! Короче, что делать-то, а? Короче, давайте сейчас кикнем ее, кикнем. Милашек. Человек-депутат. Как же она ко мне зайдет? А? Хороший вопрос. Гениально. Не правда ли? Сейчас, непосредственно пауза, одну секунду. Сейчас я ей попробую еще раз позвонить. Она реально какая-то, знаете, спокойно ей берут 1 мая, 2 мая, НК. Ой, ты чего? Не ломай мой дом! Просто я не могу, я так сотвору. Сейчас к вам вернусь через 1 секунду. Короче, ребята, спустя 5 минут я все же смог дозвониться до вот этой вот уважаемой, я же не ЧСВ, Кристина. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, она вообще адекватная. Я просто, понимаете, я ломаю ей там сундуки, она такая, ой, нормально все. Просто, не знаю, на успокоительном сидит, наверное, днями, короче, я не понимаю. Но, кстати... Прямо сейчас я до ней все же смог дозвониться, так что с вас лайкос. Я уже думал, придется нового грифера искать. Короче, ладно, просто с богом сейчас. Я знаю, у меня очень хреновый образ. Напишите, кстати, как вам, да? И я умею одевать правильные очки, так что все нормально. Все, сейчас. Алло! Вещи верни, сука! Ты чего меня оскорбляешь?
Слышь, ты бревно. Я не бревно, я Евкакий. Соизвольте меня называть Евкакием. Слышь, ты Евкакий. Вещи. Какие вещи? Я сейчас брата позову. Сейчас, одну секунду. Я, кстати, забыл вам сказать, для того, чтобы она пошла со мной в Дискорд, я ее только что совсем недавно забаню. Так что, все нормально, все. Сейчас. Все, я тут, не надо было этот, воды попить. Я сейчас брата позову. Мне так много кто говорит. Ты можешь мне объяснить, пожалуйста, когда мои вещи вернешь? Я, значит, старался, катался. Ты мой дом лавой залил. Я ничего не заливал. Доказательства есть? Доказательств нет. Какие ко мне претензии? Я, понимаешь, вот я пришел. Есть мой дом лаве. Дома нет. Потому что ты его залил лавой. Нет, я ничего не трогал. Вот подожди, это, как там тебя зовут? Подснежник, ну, в общем. Это... Сам ты подснежник. Как тебя зовут? Кристина. Ну, я понял. Буду называть тебя Хрусталь. Смотри, Хрусталь. Сам ты Хрусталь. Ты не перебивай меня. Не перебивай меня. Подожди. Вот, ты мне сначала, может, мои вещи вернешь, потом будешь говорить там другому человеку, верни вещи, понимаешь? Я сейчас брата позову, ты не позови кого хочешь, я не знаю, можешь деда позвать. Виталик! Да куда надо? Иди сюда! Чё? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Да. Вашей маме зять не нужен? Хуя же он должен быть нужен. Ты кто такой, звать тебя как? Меня зовут Евкакий. Меня назвали в честь табуретки. Сочувствую я твоей личности. Так это, вашей маме зять не нужен? Не, вряд ли. Ну все, тогда спасибо за разговор. Все, вы свободны. Чё? Алло. Алло. Чё? Ничего. Разобрался? Разобрался. Ну и чё? Всё хорошо, мы ты с ним... Ты мне когда распанешь? Мы с этим, как там, Виталиком решили вопрос. В общем, всё. Что всё? Просто всё. Я узнал ответ на свой вопрос и всё, мы порешали ситуацию. Разбань меня. Не, он сказал тебя нахрен послать. Иди нахрен. Что ты пьёшь, он не мог так сказать. А, тогда иди нахрен. Не поняла. А вещи мои? Какие вещи? Я долго добывала и дом строила. Да? Правда, что ли? Да. Ну ладно, все, давай, короче, ты там отключайся, я пойду. В смысле, давай, разбай меня. Все, давай. В смысле, ты спать пошел? Все. Ты тупой? Я больной. Подожди, сейчас, одну секунду, я сейчас отойти надо. Короче, ребята, на этом все, с вами был Домик. Я не вижу с ней смысла дальше продолжать диалог. Блин, я конечно, ору с того, как она позвала своего брата. И о чем мы с ним поговорили. Так что на этом, друзьяшки, все. Интересно, походу тоже пропал куда-то. Ну, в общем, оцените мои очочки в комментариях. Я знаю, я их очень круто ношу. Так что на этом все. С вами был Домик. Пишите в комментариях, хотите ли вы еще ролики с вебкой. И пишите, если хотите, еще антигрифер шоу. Всем ахавидарчи, всем покеда. Если набираем 5000 лайков, сразу же выходит новый выпуск. И напишите, что будем делать с этой крыстыной. Всем пока, ё-моё. We put the good in a good life. We put the good.